Что будет в новом эпизоде нашего сериала? Если вы хотите, чтобы Сахер и Аман узнали правду, а также если вы хотите, чтобы наша серия стала финальной, давайте нажмем кнопку лайка и увидим наш номер. Узнает ли Аман правду об Икбаль? Будет ли счастлива Аман и Сахер? Что является большим вызовом для Икбаль? Сможет ли Али продолжить свою жизнь? Вот на эти вопросы я сегодня отвечу, ребята. В новом эпизоде нашего сериала жизнь каждого изменится внезапно, потому что новая эра начнется со спасения Икбаль. С этого момента она будет творить еще больше зла. Аман какое-то время не будет замечать предательскую сторону Икбаль, но Икбаль ждут тяжелые времена, потому что в последней серии признательные показания Икбаль были записаны на магнитофон. Так что даже если Икбаль выживет, ее ждут худшие дни. Факты обязательно откроются. Когда правда выйдет наружу, Аман испытает шок. На самом деле Аман захочет наказать Икбаль за ее предательство. Но Аман простит Икбаль, потому что не хочет огорчать Зию. Когда настанет день, Аман нанесет Икбаль самое тяжелое наказание. И Икбаль полностью исчезнет из жизни влюбленной пары. В этом процессе Аман и Сахер станут ближе. Аман даже захочет признаться в своих чувствах Сахер, но в первый раз это будет непросто. Позже Аман признается в своих чувствах Сахер при поддержке Чингера. Сахер также даст ему шанс, так как она его очень любит. Даже так фальшивый брак Сахер и Амана превратится в реальность. Но эту любовь поджидает серьезная опасность, потому что Икбаль будет продолжать творить зло, пока не откроется ее истинное лицо. Таким образом, она планирует разделить их Сахер и Амана. Если Аман и Сахер не будут осторожны, они расстанутся. Но если Аман будет осторожен, такого не произойдет. Вот почему Аман должен как можно скорее осознать факты. Аман нанесет Икбаль заслуженное наказание, поскольку он узнал правду. Кроме того, Сахер поможет Аману решить его прошлые проблемы, потому что Сахер не захочет, чтобы Аман страдал. Вот почему Сахер поддержит Амана. Таким образом, Аман избавится от тяжелого бремени своего прошлого. С другой стороны, в жизни Али произойдут некоторые изменения. Кто-то вдруг присоединится к жизни Али. И благодаря этому человеку Али начнет забывать свою пережитую боль. Но для этого нужно время. Потому что Али нужно немного больше времени, чтобы открыть свое сердце кому-то новому. Поэтому Али пока не сможет восстановиться из-за смерти Кирас. Фактически, Али будет считать себя ответственным за все, что произошло. Позже Али поймет, что совершил ошибку, и он начнет новую жизнь в своей жизни. Потому что Али снова будет жить благодаря этому человеку. Так что с этого момента будут более захватывающие сцены. Султан по-прежнему будет в восторге, когда жизнь Али будет в порядке. Как вы думаете, откроется ли истинное лицо Икбаль? Буду ждать ваших комментариев ниже. В следующем разделе Аман поймет, что Сахер с ним в трудные минуты рядом. Аман будет надеяться, что поддержка Сахер будет продолжаться. Даже Аман преодолеет свое прошлое благодаря поддержке своей любимой. Таким образом, Аман забудет боль своего прошлого. Кроме того, после этих событий любовь Амана и Сахер возрастет. Сахер будет видеть чистое сердце Амана день ото дня. Поэтому отныне для Амана и Сахер наступят более счастливые дни, потому что Аман признается в своих чувствах. Сахер также даст ему еще один шанс, так как она его безумно любит. Таким образом, в конце концов, фиктивный брак этой пары превратится в реальность. Но этот брак ждут некоторые трудности. Потому что в сериале появятся новые актеры. И с приходом этих людей жизнь каждого внезапно изменится. Участие этих людей подвергнет любовь Сахер и Амана, потому что этот персонаж влюбится в Сахер. И это создает препятствие для любви этой пары. Икбаль на время
перестанет творить зло, потому что она уделит себе немного времени после того, через что ей пришлось пройти. Но позже она увидит приближение Сехер и Эмана, поэтому она начнет продолжать творить зло. Если Сехер не будет осторожна, то Икбаль убьет ее. Вот почему она должна не доверять Икбаль. В противном случае будет нарушен весь покой. Кроме того, жизнь Сехер окажется в серьезной опасности, но Эман защитит ее от всего, что ей угрожает. Эман никогда не оставит Сехер в покое. Следственно, если Сехер не будет осторожна, то ее жизнь и любовь окажутся в опасности. Отец Ариф тоже будет очень огорчен ситуацией с Али, но Ариф Баба попытается раскрыть правду. Появление этой истины изменит жизнь каждого, особенно внезапно изменится жизнь Ямана, потому что Яман не признает, что он брат Али. Фактически, Яман будет обвинять Али в прежнем его опыте. Сехер также разделит боль Ямана в этом процессе. Сехер окажет такую серьезную поддержку для Ямана, и она будет успешной, но позже. Яман пересмотрит всю ситуацию с Али и примет его как родного брата. Вся семья будет очень рада воссоединению двух братьев. Вот почему Али постепенно начнет забывать то, что он пережил. В следующем эпизоде Зухаль не оставит Сехер и Икбаль в покое. И она сделает все, чтобы принести им много боли. Скорее всего, в следующих сериях Сехер не будет хватать, потому что Зухаль согласится с мафией похитить Сехер. Мафия похитит девушку и попросит у Ямана деньги взамен. Но позже Сехер снова будет спасена благодаря своему возлюбленному Яману. Таким образом, любовь Ямана и Сехер еще больше возрастет. После того, как все это произойдет, Сехер захочет простить Ямана. Затем Сехер отправится к Яману и признается ему в своих чувствах. После этих всех событий Икбаль захочет держать Сехер подальше от особняка. И когда садовник выполняет свою работу, он услышит разговор Икбаль с кем-то по телефону. Он узнает обо всех злых планах Икбаль. И садовник заметит, насколько Икбаль была плохим человеком, и он обязательно раскроет все зло Икбаль. Таким образом, и Икбаль скоро придет конец. Но с другой стороны, опасность Селима также существует, потому что он одержим Сехер. Селим подумает, что он может заполучить Сехер любым способом и станет очень амбициозным. Селим даже сочтет, что Яман виновен во всех событиях. Поэтому Селим будет готовить планы и творить зло. Вероятно, Селим рискнет похитить Сехер. И поэтому он будет думать, что Сехер будет с ним. Но Яман догонит в последнюю минуту и спасет Сехер от Селима. Конечно, он также нанесет Селиму заслуженное наказание. Таким образом, Селим больше никогда не появится в жизни этой пары. Мы подошли к концу этого аналитического видео, ребята. Чтобы наша серия продолжалась, вы можете подписаться на наш канал и поставить нам лайк. Увидимся в следующих видео. До свидания.